Николай Васильевич Часов любит слесарное дело и еще любит поэзию. Скоро Ивановское издательство выпустит второй сборник его стихотворений. Работницы фабрики «Красная танка» – первые ценители стихов поэта. Русокосою девчонкою за машины встала я, чтоб крутилась пряжа тонкая, радость девичья моя. Льется в окна гостям прошенным солнце жаркая струя, будь прочней моя хорошая, нитка белая моя. Скоро ты пойдешь в Откатскую, на Батист, на Кумачи, повстречают тебя с ласкою расторопные ткачи. Час придет, сицепечатую отдадут тебя, чтоб ты стала кофточкой нарядную небывалой красоты.